сниму отдельным видео, покажу, такая херня произошла у нас. Этот, Игорь, ты бы принес бы целые руки того, что ночью используешь? Ну так, шутки шутками. Вау, солидово, да, возьми, принеси. Можно со шприца, да, этот. 1,65 м, пока эти тарелки менять ничего не буду, все нормально. Единственное, что заметили, что была трещина, вот так он вал выглядит после 5 лет эксплуатации. Ну вот, такие трещины. Значит, косилка 15-го года. В год она где-то 50-60 гектар. В общем, трещина была. И вот так вот получилось. Сварщик хороший. То есть хорошо проварил. Косынки поставили. Посмотрим то, что будет. Так, вот так сейчас. Вон она. Так не видно, наверное. Здесь косынка и снизу вот шов. Не треснуло не до конца. И как дядь Вова учил? В руку все. Легче будет смазывать. Да открой ты его нафиг, да и все. Выскочит, нет? Да. Ну и... Разве так? Снизу вверх надо, Игорь. Какая разница? Ну как, какая? Да хватит. Куда ты, блин? Больше, чем под лучше. Крышку вверх. Видишь, там же крышка, во-во, вот этот самый верх. А здесь машинка не стоит, здесь какое-то отверстие Все, все встало на место. Ну вот весь процесс. Не, надо вот это маленько. Ага. Хорошо, вовремя еще увидели, что. Так бы по дороге где-нибудь. Да. Было бы неприятность. Большая. Там какую-нибудь пистелегу загрузили, мы как-то везли. Вот эта вот планка, это показатель натяжки ремней. То есть в каком-то видео мне говорили, что она должна там, как вот здесь написано, 3-5 миллиметров не доходить до этого. Вот это вот показатель, вот это вот, это показатель износа ремня. То есть вот 3 миллиметра это уже максимум, то есть ремни полностью износились и растянулись. Так что она не должна находить. А ремни просто должны
быть натянута. За 5 лет я ни разу на ней не менял ножи. Может быть, это обусловлено тем, что мы этой косилкой косим Т-25 и один сезон Т-40 на ней косил. Вот. Ремни. Про ремни говорим. То есть это, ремни ни разу не менял я. Это обусловлено тем, что Т-25 он как бы послабее может, или не знаю. Ну да, еще эту гайку этого вала подтянуть, посмотрим. Подножку ставим. Ну да, подножку тоже сделали. У всех гнутые, смотрю. На видео многие смотрел. Вот эту еще часть я этот переделал. Да, это транспортное положение. Сейчас поищем с топора, не нашли. Транспортное положение. Его у нас сломало как-то. Но это опять же, я говорю, что это... Сейчас покажу, как она... Вот эта навеска задрана. В таком положении... Это 1,85 м, которая. В таком положении едешь. И она в ямках постоянно качается. И ее, вот эту рамку, вот эту вот, ломает. Я так думаю. Из-за этого, потому что задирается она, блин, хрен знает насколько. Эсь уже вон загнули. Поправить надо. Это у нас... 19-го года Вирекс, 1,80 м, но это специально для МТЗУхи, бро. Так, все, ладно. Ремонт Вирекса наш показали. Сенокоса у нас пока нет. Готовимся, вроде 1 числа, 1 августа вроде наладится погода. И все. Ладно, все, всем пока.